Я на нормале хочу пройти вначале уже. А потом, когда наверняка я уже буду готов, я поиграю что-нибудь. Все, на нормале. Я просто думал, можно нажать и посмотреть там, ну, на какие-то награды или еще что-то. А она сразу в игру идет. Так, что это? Так, так, так. Ага, окей. Ну, мне нравится вот так, такой вариант. Поставить сразу здесь принцессу. Так, ну и чё? Она стоит? А, сверху нажать надо, подтвердить. Я понял. Погнали. Так. Ой, она, наверное, не справится. Я что-то поспешил. Здесь надо Фина было ставить. Не, справилась, но не так легко. Вот когда они вместе, нормально сплэш урон идет. Ой, а сейчас не справится. Хотя у него радиус неплохой. Справляется. Мне надо 300 накопить. Я вот уверен, что я не накоплю, сейчас здоровье потеряю. Хотя вот когда вместе, нормально она так справляется. По одному она очень плохо убивает. Надо еще сделать такую фишку в игре, чего нету. Смотрите, когда на нее нажимаешь, чтобы можно выбрать было не первую цель, не последнюю, там, не прочее. А чтобы выбрать цель, когда они вместе находятся. То есть, когда много шаров в одной точке, тогда она атакует их по приоритету. Тогда было бы прикольно. Так, все, 300 есть, давай ставить. Но вообще его можно и сюда ставить, теоретически. Можно и сюда ставить. Даже не знаю. Хочу здесь поставить. Давайте здесь. Подтверждаем. Так прикольно, когда ставишь. Случайно не нажмешь, когда лок... дропнуть и лок. Вот этот вот возможность. Ну все, и погнали. Только радиус увеличу ему. И урончик, да? За опыт ты повышаешь ранг. Ранг героя открывает прокачку умения. Джейка у входа и выхода поставить. Ладно, я уже решил как. Ну да, сверху можно было его ставить тоже. Но я все-таки играю сам. Если уж сложность будет высокая, я уж по-другому буду ставить. Здесь-то на нормале, по-моему, особо разницы и нету. Тут по-любому, наверное, выиграешь. Как мне кажется. Так, давай вот этого поставим здесь. О, нормально. И... здесь еще пусть стоит. Все в одном месте будут вместе веселее. Дротики. Наверное, принцессу апгрейжу. Или этого. Пока что мало монет. О, уже посложнее, посложнее. Скорость увеличиваем. На стриме странные цвета. То есть в реальности игра выглядит лучше, чем на стриме. На стриме цвета какие-то искаженные. Не знаю, как это исправить. Но выглядит странно. Трава не зеленая, а салатовая какая-то. Это, видимо, из-за захвата изображения, что-то настройки где-то менять надо. Так всегда, в общем, когда с планшета или с телефона захват идет. Надо вручную потом еще цветокоррекцию делать. По-хорошему. Так, ну пока супер легко. Но зато хоть быстро. Каждая волна идет, я просто ничего не делаю. А это что за... Ага. И радиус давайте еще. Давайте еще радиус. А это что? А, замороженные какие-то. Какие-то замороженные будут шары, да? В будущем.
Это, по-моему, замороженные, кстати, только что были. Какие-то, их было мало, и он как раз-таки их пробил с одного удара. Я так понял. Хорошо, что я проапгрейдил, но я так случайно просто проапгрейдил, я даже не знал этого. Эта игра по сравнению с оригиналом очень обрезанная и плоская игра, которая вышла чисто из-за прибыли. Ну как из-за прибыли, просто заказала компания, как это, Cartoon Network, заказала просто игру у компании разработчика Balloons. Ну они заработали денег, а чё? Я рад за них, молодцы. Да игра неплохая. Но, честно, она уже поднадоедает немного. Неважно, это эта игра или пятая, четвертая. Мне кажется, они все однообразны немного. Мне просто, знаешь, что не нравится? Мне нравится, что здесь какой-то шмот надо выбивать еще. Слишком много всего. Ну, в том числе донат нужен. Я не знаю, в других частях то же самое, но это не очень интересно. То есть, я уровень какой-нибудь не смогу пройти только из-за того, что я не задонатил, например. Это будет плохо. Мне так не нравится. Я люблю, когда все по скиллу, как бы. Ты умеешь играть, ты пройдешь уровень. А если, например, ты играешь даже супер круто, но у тебя нет доната, ты не пройдешь уровень, это как-то странно. Так. Открываем. Так, а в другой части тоже ты одеваешь там это, мечи всякие или что? Или нет такого? Это только в этой? Что я хотел бы просто постреляться. То, что тут выпадает вот эти бананы. Я даже не знаю, что это такое, зачем это вообще. Слишком уж наворочено все. Ради того, чтобы плюс 3 к радиусу или там плюс 1% к урону получить. Это как-то странно выглядит. Так, ну что, ложку берем. А что про нее написано? Негативные эффекты на 10% снижает. Не знаю, что это значит, но, наверное, это круто, надо взять. А, я еще в прошлый раз что-то выиграл, взял, но не одел. Да, вот сейчас я зайду к персонажам и все одену. Все, заходим. А, нам еще что-то дали, да? Так, тринька. Все триньки, да? Это что? А, плюс 4, что? Не знаю, что это значит. Один урон к... Так, это additional cleaning form attack from remove scam. Вот это, по-моему, неплохая фишка последняя. Дополнительно дает возможность убрать камуфляж и какие-то еще эффекты перерождения написано. По-моему, последняя фишка вот эта вот самая крутая. Тринька самая крутая. Я могу одну взять за сколько, я чуть не понял. За одну, за один гем? А, за 50. Не, за 50 не надо. Все. А, картинка, если я растяну, будет растянутая, ужасная. Игра, то, что ты видишь, картинка в оригинале так и выглядит у меня на планшете. Такое разрешение там, ничего не поделать. И поэтому я не хотел растягивать. Она такая и есть. Если я растяну, она будет ужасная. Поэтому я сделал таким образом. В пятой части нет такого шмота, там только прокачка каждой обезьяны. Если обезьяна лопает шары, то она получает опыт, за опыт получаешь прокачку. После концовки сериала я не могу смотреть на эту беззаботную упоротость, как в первых сезонах. А ты про игру имеешь в виду? Или там какие-то мультфильмы неинтересные пошли? Я вообще не смотрел просто. Так, надо одеть персонажей. Сейчас мы это сделаем. Так. У Фина есть что-то одеть? Что такое три? У нас три дреньки. А, это все ему можно одеть, что ли? Так, это что я забыл? Рейндж увеличивает. Ну окей. Еще можно? Ложку давайте. И... Тесно, тут одинаковые предметы, надеюсь, не упадают. Чтобы... А то 5 раз одно и то же выпадет. Так и ничего не соберешь. Следующий персонаж. Под него уже ничего не осталось, я так понимаю. Оружия у нас нету ничего. С
скорее всего, ничего нету. О, ежедневные награды еще тут есть. Ну окей. Back up now. Подожди, мне надо что-то заходить куда-то. Не буду регистрироваться, лень мне. В облако, чтобы сохранить, нужно регистрироваться. Зачем? Я забуду потом этот пароль. Так, оба, можно мартышку проапгрейдить. Класс. То есть, я так понимаю, с оригинальной игры только мартышка здесь. Она там была, да? Плюс одну треньку я могу одевать теперь. 4, а было 3, да? Но у меня, к сожалению, нет. Тут можно еще каких-то союзников брать к себе, но у меня нету ничего. Что такое Powers? Что-то новое, да, мы открыли. У нас даже есть какая-то способность. Ну, если будет сложно, я и заюзаю ее, наверное. Так, и что, мы все прошли здесь? Я так и не понял. А, и это не то, назад. Вот здесь. А, здесь следующее. Следующий уровень еще есть. А, ну это стандартный уровень. Так, здесь нужно персонажа купить, чтобы в это сыграть. А это стандартно. Ну, короче, здесь ничего нету. Тогда что делать-то? В ледяное это королевство, что ли, идти? Тут больше нету уровней. Ну, может быть, я что-то не увидел. Давайте нажмем еще раз. Тут, может, прокрутить можно куда-то? Не, ничего не крутится. Всего 2 уровня было. Окей, тогда идем в Снежное королевство. А, есть еще какие-то уровни новые. Внизу. И там еще что-то. Подводный город какой-то. Ладно, давайте сюда. В пятой части есть, конечно, донатная фигня. Это бонусные союзники за редкую валюту. Но если ты скилловый, то без них можно проходить. Окей. Какие еще игры снимать? Не знаю, просто в эту поиграю сегодня. Может, что-то еще. Посмотрим по настроению. Не знаю. Так, что? Мы можем играть? Ice King, да. We know you're up to something. Oh, my husband, the Ice King, isn't here. Новый персонаж, да? Go away, Finn and Jake. Или нет? Возможно, сможем играть. Может быть, даже королем сможем играть. Раз у нас принцесса есть, то сейчас будет король, наверное. Всего 2 уровня, поехали. Ну да, нормально. Рекламка. Довольно-таки громкая реклама эта. Как звук выключить? А вот, кнопка есть. Блин, у меня чай закончился. Что делать? Пока перерыв не хочу делать. Хочу еще пройти что-нибудь, потом пойти что-нибудь перекусить. А, ПВЗ вчера была, чуваки. Вы где были? Что, мне сегодня снова играть в нее? Хватит уже. Надо ж отдыхать. Не в одну ж игру играть. Так, как идут я чуть... Вот когда фишка в этой игре, когда есть реклама, они показывают, как идут враги, я не вижу, как они идут теперь. Ну, я примерно представляю, но все равно неудобно. Мне кажется, в центре надо все ставить. Ставим. Опять надо было с Фина начать. Я что-то... Нравится мне принцесса это что-то. Сейчас я просто, может, 300 баксов не накоплю, и я потеряю здоровье. Что-то больше делать нечего сейчас. Пингвины какие-то, что-то там костер. Может, секретка, я тапаю, ничего не работает. Напоминает, как Kingdom Rush, секретки, когда можно что-то покликать, но здесь пока ничего нету. Так, ну что, справишься? Ну, тут пока много кругов, на самом деле, она должна справляться со всеми первыми волнами. Go, сыграй в Cube Escape. Это не одна игра, а целая франшиза
Советую проходить с первой части. Честно, не слышал ни разу. Она тоже на телефонах, что ли? Я, может быть, в полноценную бы игру поиграл, не на телефонах в плане. Так, давайте Финна сделаем вот так. И мы его проапгрейдим. И у него будет радиус хороший. Ну, как-то так, он может везде попадать. То, что надо, в общем. 30... В общем, здесь 30 волн. Самая легкая сложность. 45, 60. Есть максимальная какая-то сложность. Может быть, там еще больше. Если вообще это сложность. В конце там что-то закрыто было. Так, ну что, можно мне где-нибудь сюда поставить его? Может, сюда? Че, не просунуться? Не помещается вроде никак. Не рассчитал немного. Ну, не столько важно, мне кажется, на эту сложность. Ставлю здесь. А, он не может поставиться. Так, и макака... Макака хороший радиус, если проапгрейдить, так что можно ставить куда угодно. А, это не помещается, да? Сюда. Ну все. Радиус шарп. Уже кто-то пролетает. 11 раунд. Тут еще, наверное, нельзя посмотреть, какая следующая волна, какие шары летят. То есть ты ничего не знаешь про следующую волну. Это плохо. Мне кажется, уже можно пройти весь уровень вот так. Ничего сложного. Ну, бесплатная игра, поэтому рекламу ставили. Но если задонатить, любой донат, написано, убирает рекламу. Так что ты как бы еще и время покупаешь себе. Время, чтобы не смотреть рекламу. Ой, сколько их. 17-я волна. О, еще синие. Ну, справляемся пока. Cube Escape есть в Стиме. Ну, это какой-то лабиринт, что ли? Или хоррор, или что? Или это Tower Defense? Да я особо Tower Defense сейчас просто увидел и решил поиграть. Раньше мне больше нравились Tower Defense. В Варкрафте просто там прикольные карты были, а здесь, ну, здесь не то. Не супер интересно. Здесь башен можно, ну, вообще нельзя ставить больше. Ты 4 башни ставишь, больше делать нечего, только апгрейдить. В Варкрафте там 50 башен можно поставить. Как захочешь. Здесь такого нету. Ну что, радиус ему увеличить? Не, не надо. Я даже уже не знаю, что я нажимаю, какие апгрейды. Просто от балды все апгрейды. Самые дешевые вначале, потом подороже нажимаю. То есть тут несложно. А может, другие игры от PopCap? Да у них мало игр, что там играть? У PopCap мало игр. Старые играть, что ли? Я, скорее всего, только в эту игру буду сегодня играть. Я не думаю, что я буду продолжать. Ну, может быть, через какое-то время, если вам понравится, потом посмотрю на YouTube. Если лайков много, вам нравится, я, может, пройду, да пройду ее. Ну, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели, да? Пропустил один шар. Интересно, за это не наказывают? В плане награды намного хуже не станет. О, последняя волна. Так, я поставлю обычную скорость, чтобы успеть что-нибудь проапгрейдить. Если у меня деньги появятся. Что самое дешевое? Здесь что это? А это можно было не делать. Это дирижабль, по-моему. Кстати, почему нету боссов? Дирижабль пропал. Он был в начале, а сейчас вот просто уровни стали. Почему так мало дирижаблей? Вначале нам его показали, а сейчас его нету больше. То ли он на второй-третьей сложности только? Здесь его нету.
непонятно. Так, что пооткрывали? Meatballs, что это? Это для крафта, да, что-то крафтить. Тут и зелье, наверное, можно крафтить. Типа как Angry Birds Epic. Там можно зелье крафтить, оружие, броню. Здесь что-то похожее, наверное. Так, мы по сюжетке, наверное, идем сейчас. То есть тут еще есть диалоги, которые озвучены. Так, что за тренька такая интересная? Что-то непонятное. Апгрейды становятся на 1% дешевле. 10% трансформировать шар, у которого цвет пинг, это пинг, розовый или сильнее, превращает его в желтый шар. 3% превратить в красный шар. Наверное, крутая вещь. Давайте возьмем вот это. Баллончики, да? Это убираем. Не забыть одеть сейчас надо. Так, вернемся тогда к нашим персонажам. О, уже второй день. Я типа играю второй день. Мне за второй день дали награду. Но это, видимо... Не знаю почему. Видимо, время там как-то. Где сервак находится 24:00. Как бы ночь, следующий день начинается. Мне второй раз награду дали. Так, я не понял, мне дали... А, это за ежедневная награда. Так. Так, это дает 1% и 3% если Джейкоб. Потому что это типа мороженое, он его любит. Он любит мороженое. Так, а что это такое? Не знаю, что вот это. Давайте скорость, что ли, возьмем. Хотя у него есть уже мороженое. Может быть, не надо. Плюс 2% к скорости. Это 1 или Джейку плюс 3. Обезьяна, я не знаю, что она дает. Я так понимаю, это просто дополнительно как-то. А, это союзник. Я только сейчас увидел, что это союзник. Так, окей, возьмем союзника. Посмотрим, как он работает. Союзник. Так, еще что-то. Так. Проверяю сразу, союзников нету. Это что у нас? Если дать обезьяне 5% радиус, атака 2%. Это плюс 1 урон. Что такое моб класс? Это какие-то необычные шары? Вот не понимаю, какие конкретно это шары. Саю 2% дают. Я думаю, что вот эту штуку возьму, если там какой-то урон. Либо рейндж 5%. Не знаю, что взять. Нормалик, а видео когда было? Вчера или был стрим? А стрим тоже был. По-моему, вчера был стрим, правильно? Или вчера не было стрима? Я уже не помню, что вчера было. Не, вчера, по-моему, не было стрима. Или был? Не было. Что быстро день пролетел. Доголовомка в стиле point and click. Ты ограничен в основном в 5 стенах. Ты можешь перемещаться. Не, но мне такие игры не особо нравятся. Я люблю либо супер популярные игры, либо что-то вот такое, что вам может понравиться. Вот и все. Мало кому понравится то, что ты написал. Я понимаю, тебя, может, ты уже играл, тебе понравится, но... Эта игра абсолютно не популярная будет. Дирижабли появляются на высоком уровне сложности после 60-й волны. В оригинале можно наставить любое количество любых башен, комбинировать. Ну да, так я про это и говорю. Здесь такого нет. Моб-класс шаров — это дирижабли. А, то есть можно не брать на дирижабль. Давайте лучше радиус и отдадим обезьяне. Будет 5% радиус, довольно-таки неплохо. 5%. Так, значит, одеваем. Давайте обезьяну найдем. Макса нашего. Вот он, Макс. У нас две треньки, я только одну ему, наверное, отдам. Так.
А этому отдадим баллончик, который дает шанс, что 10% там и 3%, я понял. Окей. Это не важно. Важно, что я иду дальше. Там еще один уровень есть. Так, как нажать? Чуть не понял. А во, появилось. Мне не пришло уведомление. Про уведомление чего не пришло? Вчера? Вчера стрима не было. Я просто сейчас вспомнил, не было стрима вчера. Поэтому не пришло.